К ночному ледяному дождю коммунальные службы были готовы. Синоптики заблаговременно предупредили о непогоде. Накануне в администрации обсудили схему расстановки дорожной техники и рабочих в городском округе. Так, в зоне ответственности муниципальной службы озеленения и благоустройства более 750 тысяч квадратных метров дорог, тротуаров и общественных пространств. Ночью под снег ходили комплексные дорожные машины по уличной дорожной сети, рассыпали песко-соляную смесь и реагенты. Трактора, тротуароуборочные занимались обработкой тротуаров. Утром снежную кашицу с проезжей части продолжили сметать трактора, оснащенные пескоразбрасывателями и плугами-щетками. Им помогали 4 комплексные дорожные машины. В общей сложности служба озеленения и благоустройства выпустила на линию 19 единиц механизированной техники. Пешеходные зоны, недоступные для прохода коммунальной техники, и площадки под автобусными павильонами посыпали технической солью. В операции служба задействовала более 100 человек. На улицах Зубеева, Парковая, Пушкино-Институтская и других участках с интенсивным движением дорожники повторили противогололедную обработку. Машины едут, реагенты и ПСС работают гораздо лучше. Вот, результат виден. После этого мы всю вот эту кашу с дорог сметаем и будем убирать. Обязанности по содержанию проездов внутри жилой застройки в летний-зимний период целиком возложены на управляющие компании. Михаил Налетов, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.